Александр Георгий, прошу. Стоит сыграть. Париж, мы этого достойны. Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости моего канала. Я Маэстро Квартира 1. Сегодня такая вот замечательная игрушка. Shoulders, по-моему, как она... Блин, ну... название, в общем, кто английский хорошо знает, прочтете. А мне она, на самом деле, я тут увидел как бы ролик и связался с разработчиком, либо разработчик мне прислал ключик. Прикольно, она еще и на русском языке, ну, когда ее включаешь, она на английском, но в параметрах есть вот у нас русский язык. Не совсем, как говорится, да, такие, знаете, настроек, в общем, немного, но здесь есть, ну, здесь, как говорится, стандартно, да, непосредственно управление, причем она, кстати говоря, и, ну, такое большое довольно-таки, да, обширная, быстрая игра, да. Но здесь есть подсказка, то есть есть основы, есть непосредственно экономика. Вот. Все это прекрасно здесь описано, я тут немного почитал. Ну, допустим, некоторые советы даже. Видите, подсказки о бойцах, то есть отряд этих ребят может сделать живучих бойцов почти неуязвимыми, но без поддержки союзников долго они проживут. Это мастер-шеф. Песчаная ведьма, нага. Эти бойцы отличаются друг от друга тем, что после смерти превращаются в каменные статуи. Их наносимый урон также весьма впечатляет. Вот. Так что здесь вот на самом деле такое классное, вот полностью, значит, ну, так сказать, туториал, но вот, то есть, кто чего что делает, да. Это уже, например, заклинание. Это у нас кто? Это супер... А, супер заклинание. Все-таки классно. Нажмите, чтобы удар... А, понятно, третье. Это у нас так называемый супер-босс, я так понимаю. Демон срабатывается на врага мир. А, это наш, типа, да, наш супер заклинание. Типа наш такой вот... демона типа вызываем мы на врагов во всякой всячину. Вот и собственно говоря, ну да, и все как бы, да, тут уже дальше неинтересно. Она мне напомнила Данде Скипа Кипар или Кипа, в общем, игра 90 там какого-то 97 года, когда нужно было подземелье, знаете, вы типа играете за типа, какого-то демона в подземелье, там нанимаете таких прислужников, вот, их шпиняете, такая, знаете, рука, вот, шпинять можно, там шлепки давать, чтобы они быстрее работали. Ну, она вот это вот чем-то напомнила мне, хотя она, я боюсь, что она даже чуть-чуть, ну, не прям один в один, да, она вот, я говорю, просто напомнила. Так, приветствую, меня зовут Сломана Бороты, и я мог быть тебя главным героем этого невероятного приключения, если бы успел отправиться от предыдущего. Ладненько, впрочем, это все мелочи. По просьбе Ярла Рыжебороды я расскажу о том, что вам предстоит. Ну что ж, увы, история начинается вовсе не со слов, не со славных викингов, она начинается с сырой пещеры в далеких землях. Но это не просто пещера, это пещера с сокровищами, полная золота, камней и драконов султана Альбароты. Кажется, сейчас в нее заглянет непрошенный гость. Угу. Так. Ну, таком мультяшном стиле, прикольно сделано. Тук-тук, да, кто там? Открывай. Что, кто там? Куча. Куча кого? Куча сокровищ тут у вас, так что мы пришли. Ох, ни хрена себе. А та шутка, мы куча демонов. Вот, скорее всего, из-за того, что это демоны, и такое, знаете, все это в подземелье, золото, подземелье, в общем, возможно, мне вот данжа типа, и как раз эта игра и напомнила. Я, правда,
А даже Кипа узнал, правда, со второй части. Вот, первую я не играл, но вторая вообще мне зашла, я в свое время прям в нее играл мне ночи напролет. Так, хватит болтовни, ок, рога мы пришли выгрести все подчистую, а главное мне нужна эта лампа. Угу. Да, мистерла, я пошлю лучшего работника грузить сокровища. Чарльз, сюда. Ага. Ну, к сожалению, да. Видите, кликните на золоте, чтобы, в общем, что-то там собрать, типа. Ну, видите, некоторые фразы, конечно, не переведены, но это не умиляет, в общем-то, игры. Неплохо, Терли. Пора ускорить дело и добавить еще одного работника. Так, а как мы его... А, нажми F10. Блин, где же это F10? Ну? Так я нажал F10, а почему тут... А, вот у нас. Зачем, правда, F10 был, непонятно. Не, прикольная игрушка. В таком, знаете, очень классном... прорисованном стиле сделано. Ну, она, конечно, такая, ну, двухмерка. Ну, вот. Собственно говоря, я почему в такие игры особо не люблю играть в двухмерки, но когда сделано очень красиво, красочно, так прикольно, то почему бы нет? То есть я, конечно, вообще сподвижник игры на 3D. Все, чтобы было там вертеть, крутить. Но, блин, иногда вот в такие игры просто иногда прям залипать хочется. Так, ух, опять эти проективные демоны, стража не стоит. Не стойте как вкопанные. Они не должны получить лампу, остановить их. А это мне, честно говоря, напомнило лампу Аладдина. Ну, наконец-то мы, парни, хотя бы разомнуться. Отлично. Отправьте храбрецов атаковать врага. Нажмите. Да зачем мне F10? Ну, нажал я. А, типа задачи нам посмотреть. Ну, так вы мне же и так сказали. Так, где у нас тут? А, вот он, чудик, да? Так, так. Прикольно, да, они чудилы. А, и мы здесь тратим, я так понимаю, золото, да. Чем... Мы нанимаем типа отряд, вот. Тот умирает, но вот у нас достаточно, в принципе, да. Все туда, лампа почти у нас, выглядит старой, но если мисс Тера что-то хочет, она это получает. Остановить мерзкие создания, еще один шаг, и ваша судьба пришла. Мисс Тера просто хотела получить лампу, передать ее нам, и мы позволим вам уйти целыми невредимыми. Только через наши трупы. Ну что ж, мы это сделаем. Как предпочитаете, среднюю поджарку или... прямо до корочки. Мат, добро пожаловать в тюрьму, свистать вперед. Так, супер заклинание. Рагнарёк. Призывает Мэтта, гигантского демона, который срабатывает... А, сбрасывает 3 мелкие ариты, наносит огромный урон по площади. Так, вот он. 400... А, тут видите, значит, здесь мана у нас есть. У нас есть золото. Ману мы тратим на всякие заклинания. Ну, как вот, например, вот такого демона. Ну, демон. А, мы типа нажать нужно. Вот такое вот у нас. Нажмите, чтобы выбрать одну из трех целей для метеорита, нанесенный урон по площади. С каждым метеоритом скорость передвижения цели растет, поэтому рассчитайте время выстрела. Выбрасывать первый метеорит. Ну давайте сюда. Опа, сюда. Блин, еще и надо попасть по этой движущейся хрени. Ну, хотя бы так. Надо больше демонов уничтожить их всех. Такая, а что ты их уничтожать? У них вон. Гоблин. Копьемет, дальнобойный воин, бросает ядовитое копье, а замедляющее противника. А второй у нас быстрый боец, взрывающийся при столкновении с противником, наносящий огромный урон по площади. Ну вот, давайте этого вот, ну, собственно говоря, вот такой у нас камикадзе.
Ну, не особо он. Так, этот... Опа, вот так вот. Ну и двое нам, я думаю... А, тот еще и лечится, скотина. Ну, отлично, троих нам хватило. Если честно, в этой игре, опять же, нужно смотреть на то, чтобы манна у вас постоянно пополнялась, и золото. Это потом будем добывать. Отправьте всех, кого нажмете, чтобы уничтожить врагов. А, все, кого можете. Так, а здесь никого нет, чего ты мне... Ага, блин. Золото, если честно, мне не хотя... Хотя... Ну, давайте... Парочку, да, чтобы это... Побыстрее. Ну, бог с ним. Пока они, значит, орудуют с воротами. Хотя ворота, да, странные. Почему вот здесь нельзя пройти? А с другой стороны, ну вот... Да, такая вот... Метаморфоза. И... Здесь следить, значит, нужно, как вот Денскипер, ну это хранитель подземелья, значит, кто помнит, значит, а там тоже надо было добывать там ману, золото, 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 потом ману там, в общем, тратится. И здесь, если честно говоря, опять же, тоже следить нужно и не тратить впустую, то есть чем больше мы вот этих чудиков делаем, тем больше золота тратим, а при этом надо как-то восполнять, да? Они потом, по-моему, тоже требуют зарплату. Ну, сейчас мы этого посмотрим. Так, отлично, тащи сюда лампу, Чарли. Если ты несешь ее к нам и останешься невредим, может, еще и сможешь стать работником месяца. Ага. Давай, давай. Вон в пустыне спрячь лампу в суперсекретном месте, где никто никогда ее не отыщет. Такой джин прибежал у него. Эй, так нечестно. О нет, слишком медленно, Чарльз, да ты, похоже, перегорел. Перегорел, гореть, пламя, уничтожение, муха. Так, ладно, остальное не перегорели. Пока что, найдите мне этого воина в пустыне, может, даже получите повышение. Перегорел, а пойду-ка я потолкну об этом с мисс Стервой. Это, я так понимаю... Ну, это такая небольшая миссия, ну, как сказать, превьюшка, да, типа. Вот, и после, как говорится, дальше идет, я так понимаю, будет основной сюжет. Нас немного, как говорится, да, подсказали, как собирается золото, как непосредственно войны. Ага, и мы передвижаем... А, это наше передвижение, так, я понимаю, угу. Эта пещера оказалась не так уж проста, но персы смогли нести лампу из-под носа как демона. Они ее положат в суперсекретное и сверхбезопасное хранилище. А славное утро могучего ярла Режебородо, который ничем об этом не знает, начинается с чарующий звук тишины. Такой, блин, дедок, блин, с топором в голове. Так, и... Да, классно, на самом деле, вот, собственно говоря, да, я так понял, да, уже начинается, в общем-то, история. Вот, а Ramina Games представляет... Ну, и музыкальное сопровождение здесь очень-очень хорошее. Ольга, Ольга, ты где? Где ты к тебе приехала сестра, ни хрена себе, такая сеструха, да? Викинг, метательница молота. Молот наносит урон и отбрасывает сразу несколько врагов. Чего? Ты чё сказал? Я... Ольга, твоя сестра здесь. Ольга. Рыжебород, где моя сестра? Эй, Рыжебород, ищешь что? Или кого-то? Так, а это... Рыжебород, Хельга, спасите. А, ну, кстати, вот Хельга-то... главное, Ольга, Хельга. А вот Хельга как раз, собственно говоря, хорошенькая. Что, как ты, почему мою жену похитил? Это все ради легендных бородатых войн, викингов, интриганов. Украду еще двух жен и получу премиум подписку. Ну да, такой с примарком. Наоборот, да ты даже жену защитить не можешь. Я сама освобожу Ольгу.
Да почему Ольгу? Хельгу? Эй, вообще-то молния вполне меня защищает, но обычно. А, рыжебород, а тот... Какая-то хрень. Наносит огромный урон вражескому бойцу молния Тора. Угу. Ну давай. Ну вот ты сюда. И на тебе, блин. Может убить врага с малым запасом здоровья с одного удара. Попробуйте. Че, блин, не успел. Подожди, Хельга, одно идти опасно. Возьми вот это. Новое. Метатель топора. Уязвимый. Дальнобойный воин. Ага. Ох, нифига вас сколько. Отправляйте своих людей спасать свою жену. Вот это романтика. Так, ну что ж, давайте. А, так она... А, она тут сама управляет, я понял. А мы как бы помогаем вот так вот ей. Но, к сожалению... Блин, 90, да? Ну, у нас мана, видите, по чуть-чуть она добавляется. А, но 90-90 за раз тратится. Хорошо, ладно. Так. Эй, рыжебород, помоги-ка мне и своим воинам с исцеляющим заклинанием. Как раз собирался. Богослайнер Фрейн, являющий одного союзника. Исцеляющего одного союзника. Блин, ну давай вот этого хотя бы. Ну да, у этой-то у нас... Здоровье-то хоть куда, да? Смотрите, какой у меня. Так. Ну, если честно, я не знаю, кого-то тут надо вылечить. Блин, да, походу нас тут рвут слегка. Блин, одного... Да? Вижу свободное место, создашь руны маны. Я и собирался. Хватит указывать, что мне делать. Постройка постоянно генерирующая ману. Угу. Отлично. Так, это у нас... Выберите его в колесе бойцов. Так, хорошо. Значит, мы сюда сделаем... Так, этого мы излечаем. Блин, у нас не хватает маны. Ах ты ж, блин. Ну давай, 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 строй, 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 строй быстрее. Так, отлично, у нас мана идет. Ну-ка еще раз. Ну, вроде пошла, ладно. Так, этот у нас загнулся. Так, а это кто у нас? Эх, эти подвиги щекочут мне голосовые связки. Уж чувствую, как вот-вот родится песня. Ты как бы сама не родила. Хельга поет бравую песню, скорость атаки ближайших союзов увеличивается. Так, выберите Хельгу и нажмите X, чтобы она спела и увеличила скорость атаки ближайших союзных бойцов. О, прикольно, слушайте. Мы своей некогда смоляной бородой, и ты называешь это пением? О, славный мелкий Один, прекрати это. Чтобы Хельга вернулась в режим атаки, нужно прервать ее песню. Ну, давайте, прием. Неплохо, охранная башня готова, пора создать еще одну ману. Так, где у нас мана? Ах ты ж, блин, а... Да, а мы, к сожалению, не можем создать, потому что у нас нету денег. А деньги мы, по-моему, завоевываем за счет... А мы не за счет ничего не завоевываем, да? Мы как-то не... Блин... Блин, 70 у нас монет, а как мы, интересно, заработать, пока я не знаю. Да ладно, серьезно, ты моего этого... Ах ты скотина. Хрен с тобой.
Хм. Поверху не получится, там засада. Вот чтобы их обойти. Ну давай вот так. А, то есть мы... А, либо поверху, либо по низу, понятно. Блин, где нам денег найти, а? Вот объясните. Постройка постоянно генерирует ману, блин. Но она стоит 170, она всего 70. Жопа. Разрази меня гром, как вам удалось обойти мою хитроумную засаду. Не, нормально, хитроумную, да, поставил. Две дороги в одном месте только поставил. Черномород, немедленно отпусти мою сестру. Ух, забирает, только не начинает снова петь. Ну, раз вы высоединились, я, пожалуй, вас покину. Замечательно. А, посмотрите, да? Эй, стоять, ты еще не успел ответить моего молота. Возвращайся на лодку рыжеборода, седронка. Я с чернобородом, я разберусь. А с чернобородом, да? Блин, Хельга, ты куда пошла? Тетка такая. Прям кровь с молоком. А это-то я не знаю, какая-то, блин, ты. Надеюсь, твоя лодка застрахована, черноборот. Потому что сейчас она пойдет ко дну. С возвращением, дорогая, я так за тебя волновался. Охренеть, конечно. Хельга решила разобраться с чернобородом, нужно ей помочь. Что? Черноборот — это мой заклятый враг. Только я имею право задать ему трёпку. Нужно ее догнать. Ну вот мы и победили. Вот, собственно говоря, такими, знаете, ну, скажем, история большая, да, но некими эпизодами, и мы, собственно говоря, продвигаемся вот такими отрывочками, да, боевками. У нас получается, здесь мы играем за викингов, до этого мы играли за демонов, и я так подозреваю, что в дальнейшем это все вот так вот перекликается, то есть демоны, викинги. Хотя, ну давайте еще один вот такой вот пройдем сюжет, да? Клянусь своей бородой, этот дружище Черноборот просто блоха в бороде рыжеборода. Если бы не мои крайне серьезные повреждения, я бы меня поплясал. Но хуже всего, что он сумел выманить Хельгу в какую-то секретную пещеру, полную стражников персов. Хм, может, это то самое суперсекретное хранилище, о котором я говорил. Но это секрет, никому ни слова. Да, игра держит, кстати, 60 FPS, нормально. При этом киллам явно пришлось молот. Моя сестра наверняка где-то здесь. Они на местных не похожи. Это не люди черноборода. Босс, это снова злобные викинги. Как это возможно? Это задумалось как суперсекретное хранилище. Остановите их, а главное, не дайте отбежать поющей даме. Ага. А, ее забрали, понятно, в плен. Не сбежит, я запер ее и спрятал ключ в одном из сундуков сокровищем, и никогда его не отыскать. Вы это слышали, парни? Соберем сундуки и найдем этот ключ. Так, у нас новое, это берсерк. Суровый и выносливый боец, рукопашник с топором. Ну, у нас, на самом, насколько помню, был уже такой. Пора отправить бойцов и сокрушить этих персов. Ну, да не вопрос. Так, слушайте. Ага, здесь два. То есть, либо в этом он как-то... Давай. Ах ты ж, блин. Чё-то я как-то это. Новый раунд, хорошо, я понял. Так, ага, это пока мы не можем поставить. Так, давайте сюда. Один туда, один сюда. Так, этот у нас будет куча толпы маны, но ключа нет. Ага. Ах ты же, блин, так. Так, ты сюда.
Давайте, знаете как, вот так вот, двоих и... А, золота нету, да? Ну давайте вот так вот. Теперь, блин, слушайте, Хельга-то, блин, она как бегает, а? Так, я понял. Блин, не туда. На тебе, блин, скотина. Блин, а? Хельга, давай-ка ты ему... Так, ключа все еще нет, попробуем на лодке немного дальше. Я понял. Ты этот. На, блин. Слушайте, я чуть... Так, наши уже продвигаются, отлично. Да, мы ману, кстати. Давайте, знаете, что ману вот здесь вот ставим. Как раз у нас пойдет бойцы вперед идут. Давайте, давайте. И в парочку мы впустим вниз. Так, отлично. Ну, я надеюсь, ты-то не пойдешь, Хельга? О, молодец. Так, а почему ты не построил этот мне? Так, ага, эти перцы искусственные умельцы. Наше оружие не оставляет на клетке даже царапины. Что там с ключом, Цитринка? Это слабаки даже не могут вытащить даму из клетки. Да сейчас, подожди ты, мы сейчас тут разберемся и вытащим тебя. А их как-то... А, их видите? Вот, вот тех, которых отправили верхом, мы не можем их обратно вернуть. То есть они проходят вот именно свой путь до конца. Так, должно быть это он. Мы нашли ключ. Отлично. Отлично, теперь вытащи меня отсюда, и я получу кого уму-разуму. Я мигом, сестренка. Они нашли ключ. Братья, не дайте им открыть клетку. Ах ты ж, скотина. Мы сольемся с тенью, они нас даже не заметят. Ох, хо-хо-хо-хо, это плохо, слушайте. Так, что нам нужно? А, спасите Хельгу, я понял. Так, давайте двоих таких. Так, и, блин, у нас опять денег нету, да? Хреновенько. Так, ну Хельга, да, нормально такой. Это там чудило сидит, а Хельга такая тут таскает. Вот такая, блин. Да, ах ты ж, блин. Ой-ой-ой, а. Так, я открывать ты будешь? Ты идешь, Хельга? Молодец, идешь. Так, мана. Мана у нас что-то особо, слушайте, как-то... Ага, то есть она по чуть-чуть только добавляется. Такое, знаете себе. О, классно, слушайте, вот можно даже передвигать здесь, я понял. Отлично, мы выполнили, мы спаслись. Наконец-то свобода, я знал, что могу на тебя положить, сестричка. Эти персы настоящие разбойники, в дальнем углу пещеры у них горы сокровищ. Эй, мы не разбойники, мы стражники. Вообще-то было чисто технически, мы и правда охраняем немало военных трофеев, золота. Им об этом знать не надо. Серебра, картины, куча всякого прочего. Затяни себе песок, заткнись, погоди-ка. Чё вы стоите как копанные? Но вы дали ее огромный молот. Остановите их. И, ну, первое, мы кого-то надо сейчас лечить, да? Нам лечить надо.
Так, мне вот этого мы грохнем сейчас. Так, вперед, 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 давай это. Так, ох, ничего себе, вот это куш, надо что-то сделать, острая масляная лампа. Кому нужна какая-то пыльная лампа, когда здесь есть блестящая золотишко? Ни хрена, у Хельги дойди. Да, зрачки, блин. Грузим все на лодку. И все, а я не буду грузить? Ну, как-то, знаете, ну, блин. Я так хотел по это, погрузить. Вот, такой небольшой обзорчик игры. Кому, как говорится, понравится, не понравится, ставьте лайки. Ну, не понравится, дизлайки. Если дизлайки поставите, то непосредственно напишите комментарий, почему. Собственно говоря, подписываемся на канал, ставим колокольчик, чтобы получать непосредственно уведомления о будущих сериях. Ну и давайте все-таки ее, данную игрушку обсудим. Стоит она внимания, либо не стоит она пристального внимания. По мне, она на самом деле стоящая. Даже я бы сказал, тут несколько причин. Это первое. То, что она очень красиво нарисована. Во-вторых, здесь довольно-таки такая своеобразная, ну, непринужденная, да, так называемый клик. Кликаешь и все, как бы только выбираешь. Они сами боевка у них происходит. Но тем она, собственно говоря, и хороша. Такая, знаете, расслабуха перед сном. Сел, выиграл, побил монстров или монстров побили, викингов. Вот. Музыкальное сопровождение очень понравилось. Если честно, я говорю, я почему запросил ключик у разработчика, потому что она мне изначально, когда я ролик увидел, мне именно захотелось ее, вот, так сказать, пробовать ее уже вживую и, как говорится, на зубок попробовать. И я, если честно, не разочарован тем, что я увидел, так сказать, в трейлере и тем, что я и сейчас играю. Я говорю, что Dungeon Keeper мне зашла тогда, помню, игрушка. Это такая, ну, опять же, я когда про демонов там увидел, там всякие разные демоны будут. Вот, там будет рабочий, ну, такой небольшой спойлер. Там будут еще и работники. Будут всякую фигню добывать. Вот, так что, ну, на сегодня все, пока, с вами был Маэстро Квартира 1, ну, и напоследок, как всегда, играйте только в хорошие игры. Увидимся, до встречи.